классная сумка для вкусняшек у меня получилась. Я вот тут постаралась как можно аккуратнее сшить. Я подобрала именно светло-голубые нитки, потому что мне кажется, что они очень хорошо сочетаются с сиреневым. Еще я украсила гелем с блестками. Здесь я нарисовала пятнышки, типа это там внутри лежали какие-то блестящие сладости, и они запачкали типа эту сумочку. Также я вот там, где в буковках были вот такие кружочки, я их украсила полубусинами. И полоски на мороженом я тоже украсила гелем с блестками. А надпись «Вкусняшки» я специально написала криво, чтобы выглядело повеселее. Внутрь можно сложить любые сладости, кроме мороженого, понятное дело. Туда можно сложить чупа-чупсы. Ой, почему у меня такая грязная рука? Что я так рисовала? Не знаю. Туда можно сложить чупа-чупсы, мамбу, что угодно. А у меня телефон через 30 секунд выключится. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока.